Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt über das, was an menschlichem Leid für Zehntausende von Menschen durch Bombenangriffe und entstanden ist. Bombenangriffe auch vorrangig von russischer Seite. В формированиях, действующих в районе города Алеппо, фиксируется массовое дезертирство боевиков. Террористы запугивают местное население и принудительно гонят людей к турецкой границе. Бросив оружие, боевики пытаются раствориться в этих колоннах, зная, что российская авиация и сирийские правительственные войска никогда не наносят ударов по гражданскому населению. Однако съемки этих людей вместе с обвинениями России в якобы варварских бомбардировках города Алеппо с конца прошлой недели словно по команде заполнили все западные телеканалы. Дело дошло до того, что кадры разрушенного задолго до начала российской операции в Сирии города Алеппо ведущие американские и европейские телеканалы выдают за последствия якобы российских бомбардировок. Как говорится, чувствуется рука опытного дирижера. Причем это уже не тенденция, а закономерность включать шарманку с обвинениями России во всех смертных грехах. И замалчивать, как государственную тайну, от своих налогоплательщиков эффективность действий Сирии и своей авиации, да и не только авиации. Свежий пример. Вчера официальный представитель Пентагона, полковник Стив Уоррен, сидя в Ираке, заявил, что якобы российские самолеты днем разбомбили в Алеппо 2 года. В результате, по его словам, якобы около 50 тысяч сирийцев оказались лишены жизненно необходимых для них услуг. Больше этот официальный представитель себя выдавить ничего не смог. Ни времени, ни координат этих госпиталей, ни источников этой информации. Просто ничего. У нас была ночь, чтобы внимательно изучить эту информацию. Когда подобную чушь несут лондонские активисты-правозащитники, это одно. Но когда об этом заявляет представитель Пентагона, который позиционирует себя как военный профессионал, совершенно иная ситуация. Мы внимательно проанализировали все данные по целям, которые вчера поражались в провинции Алеппо. Прежде всего, наверное, расстрою полковника Урона, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была более чем 20 километров от города. А над самим городом вчера активно летала только авиация так называемой антигиловской коалиции. Самолеты и ударные беспилотники. Как и обещали нашим американским партнерам, больше скрывать эту информацию мы не будем. Вчера в 13:55 по московскому времени с территории Турции кратчайшим курсом прямо на Алеппо в сирийское небо вошли 2 штурмовика ВВС США А-10 и по полной отработали по объектам в городе. Полковник Уоррен почему-то не стал афишировать этот залет в прямом и, кстати, в переносном смысле тоже. Не буду уподобляться американскому полковнику и скажу откровенно, у нас было недостаточно времени, чтобы точно определить принадлежность тех 9 объектов, которые они разбомбили вчера в Алеппо. Возможно, среди них были и 2 госпиталя. Мы посмотрим повнимательно. Но обратите внимание, ситуация один в один схожа с той, когда американцы разбомбили госпиталь в афганском Кундузе или позиции иракской армии в Фалудже. Первое, что делается, вбрасывается голословное обвинение в наш адрес, чтобы отвести от себя все подозрения. Если так дело и дальше пойдет, то скоро нам придется проводить по 2 брифинга. Сначала за себя, а потом за этих парней из коалиции, которые считают себя профессионалами. Мы опять слышим старые песни с обвинениями о том, что наша авиация якобы наносит удары не только по террористическим группировкам ИГИЛ. Специально для рафинированных западных экспертов хочу сообщить, что не все террористы в Сирии всегда передвигаются с большими черными флагами и крупными надписями на спине об их принадлежности той или иной террористической группировки. У российских вооруженных сил совместно с партнерами развернута многоуровневая система разведки, обеспечивающая достоверное выявление целей. Только после многократной проверки полученных данных и исключения риска для мирных жителей по этим объектам вносится авиационный удар. Более того, как всем теперь уже известно, с нами довольно продуктивно делятся развединформации отряды сирийской оппозиции. Сегодня многие из них переходят к сотрудничеству с сирийским правительством. Так, 8 февраля в результате переговоров в населенном пункте Эдба, провинции Дера, был поднят государственный флаг сирийской
Арабской Республики. Боевики, находящиеся в городе, прекратили вооруженное сопротивление и добровольно сложили оружие. Напомню, с начала нашей операции мы несколько раз открыто обращались к представителям США и европейских стран обменяться информацией, где в Сирии находятся террористы. Наши карты Сене с благодарностью взяли, и больше ни ответа, ни привета. Зато сегодня они нас критикуют, что мы не там летаем, не там бомбим. Может, послать им новые карты? Мы еще несколько месяцев назад неоднократно говорили о тенденции, что чем успешнее мы уничтожаем террористов, тем больше нас обвиняют в неизбирательности удара. Хотя, если ознакомиться с материалами западных СМИ, то кажется, что в неконтролируемых сирийским правительством городах живут только представители светской оппозиции и их правозащитники. А вокруг цветет демократия, в кавычках. Но сколько ни припудривай, а точнее не прикармливай террористов, позиционером они все равно не станут. Также хочу обратить ваше внимание, что в последнее время из Пентагона мы слышим совет о необходимости менять нашу стратегию в Сирии, чтобы помочь Соединенным Штатам Америки достичь там политического перехода власти. Специально для этих советников напомню, что цель нашей операции в Сирии – уничтожение терроризма, прямой и явной угрозы безопасности нашей страны и мира. А все политические вопросы должны решаться только самими сирийцами при международном посредничестве. И не в окопах, а за столом переговоров. Других стратегий у нас не было и не будет. Последние 5 лет мы хорошо видим, каким результатом на Ближнем Востоке и рядом с российскими границами привели вашингтонские стратегии политических переходов. Вместо торжества демократии везде разруха, кровь, беженцы. Не потому ли теперь заокеанские стратегии заговорили о необходимости проведения в Сирии и Ливии наземных операций? Может, лучше нашим советчикам перестать наступать на одни и те же грабли? Более того, мы имеем серьезные основания подозревать интенсивную подготовку Турции к военному вторжению на территорию суверенного государства – Сирийскую Арабскую Республику. Нами были представлены неопровержимые виды доказательства международной общественности, на которых турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии. Нас удивляет, что словоохотливые представители Пентагона, НАТО и многочисленных так называемых организаций по защите прав человека в Сирии, несмотря на наш призыв прореагировать на эти действия, до сих пор хранят молчание. Более того, признаков скрытой подготовки турецких вооруженных сил к активным действиям на территории Сирии мы фиксируем все больше и больше. Напомню, Минобороны России усилило ведение всех видов разведки в ближневосточном регионе. Поэтому, если кто-то в Анкаре думает, что отмена полета российских наблюдателей позволит что-то скрыть, то это непрофессионально. Хочу привести очередной факт провокационных действий Турции на границе Сирии. Перед вами на данных кадрах изображен участок турецко-сирийской границы, где 26 октября 2015 года средством объективного контроля было зафиксировано ведение инженерных работ по оборудованию автомобильных стоянок для большегрузного автотранспорта как со стороны Турции, так и со стороны Сирии, которая находится под контролем террористических группировок. Более того, в последующем мы зафиксировали интенсивное использование данных автомобильных стоянок преимущественно в ночное время. 30 января этого года средства объективного контроля зафиксировано, что кто-то начал вести интенсивные работы по расширению данных автомобильных стоянок как на территории Турции, так и на территории подконтрольным террористическим группировкам. Причем эти стоянки взяты под усиленную охрану. Наверное, в мирное время эти факты указывали бы на оживление и ожидание роста товарооборота между странами-соседями. В военное время таким способом готовится транспортная инфраструктура накануне военного вторжения. А подобные площадки используются для обеспечения быстрого движения военных колонн с боеприпасами и оружием в район боевых действий, а также оперативной переброски и эвакуации личного состава. Более того,
На данных кадрах зафиксировано, как вы видите, что за последнюю неделю развернута артиллерийская батарея в районе данного погранперехода с турецкой стороны, где имеются крупнокалиберные артиллерийские установки. И таких примеров на сирийско-турецкой границе сейчас хоть отбавляй. В том числе уже и с наличием войск и военной техники, как вы видите. Хочу обратить ваше внимание, что в последние дни мы вновь слышим нелепое обвинение, что якобы российский самолет наносит удары по территориям, где никогда не было террористов, террористических группировок. Особенно это касается поражения цели за пределами населенного пункта Рака, где авиация так называемой антигиловской коалиции якобы не летает и не бомбит. Специально для этих критиков разъясняю, что только за первые три дня февраля самолеты международной коалиции нанесли 12 мощных ракетно-бомбовых ударов по различным целям в провинциях Алеппо, Хомс, Рака, Хасики и Дер-эз-Зор. Поэтому приглашаем официальных представителей стран антигиловской коалиции проинформировать о результатах своих бомбежек, особенно в районах, где находятся сирийские населенные пункты. Буквально несколько минут назад очередной официальный представитель Турции заявил о передаче Москве материалов по якобы нарушению российским самолетом воздушного пространства Турции. Заметьте, что это уже не первый ложный вброс турецких представителей по данной теме. Никаких материалов ни по военным, ни по дипломатическим каналам нам никто не передавал. Все это еще раз подтверждает, что история с якобы нарушением воздушного пространства Турции выдумана и является плохо срежиссированной провокацией. В коридорах больницы десятки встревоженных людей и медперсонал. Только что сюда привезли двоих пострадавших при минометном обстреле. Ахмаду 22, в армии 1,5 года. У него осколочные ранения. Нас было 6 человек. Досталось мне и моему другу. Ему, как видите, еще хуже, чем мне. Солдаты рассказывают, мина на блокпост прилетела со стороны Турции. Обстрелы не прекращаются несколько дней. Сегодня они били из 155-миллиметровой гаубиц. Похоже, работает корректировщик. В километре от лазарета линия фронта. Сирийские войска выдавливают боевиков Джабхат ан-Нусра из горных деревень. Радикалы отступают. Вот она, граница Турции и Сирии. В этой точке сейчас находится под контролем правительственных войск Арабской Республики. Главари вооруженных формирований только им известными путями пытаются уйти из окружения и скрыться на той стороне. Выехать из Сирии через этот КПП невозможно. Граница со стороны Турции закрыта. Мимо нас боевики уходить не будут. Они убегают через границу, прячась за спинами простых людей в тех местах, которые контролируют турки. Кисап – ближайшая граница город. До войны горный курорт. У разрушенного здания культурного центра раздают гуманитарную помощь, в том числе и от российских военных. Мука, рис, макароны, консервы. Wir sind aber jetzt doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt über das, was an menschlichem Leid für Zehntausende von Menschen durch Bombenangriffe und entstanden ist. Bombenangriffe auch vorrangig von russischer Seite. Harep'teki milyonlarca, Halep ve civarında yaşayan milyonlarca Suriyeli için yeni ve büyük bir insani trajedinin eşiğindeyiz. Bütün bu gelişmeler Rusya'nın ve rejimin ve Rusya ve rejimi destekleyen diğer güçlerin ne kadar samimiyetsiz, barıştan ne kadar uzak bir tavır sergilediklerini göstermek yanında bütün bu gelişmelerin en fazla da Türkiye ve Avrupa'ya, özellikle de Avrupa'da tabii mültecilerle ilgili sorun bağlamında Almanya'ya büyük bir baskı oluşturduğu aşikar. Yani bütün bu gelişmelerden en fazla Türkiye ve Avrupa birlikte etkileniyoruz. Nasılsın? Danke schön. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Bayağı toplantılar oldu. Sprich mit dem Ministerpräsidenten. Evet. Wo wir die Pressekonferenz waren Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, sehr, sehr zufrieden. Şu anda hat sanatı bu şekliyle devam ediyor. Aber die Kalligrafie, das ist also diese schöne Schreibkunst, die geht heute noch weiter. Ben çok iyi. Sen yazabiliyor musun?
Deutsch-Türkisches Journal. Abonnieren Sie unseren YouTube-Channel.